Погода не баловала. Холодный пронизывающий северо-восточный ветер с переходом на северный. Температура ночью 2 градуса, днем до 6 градусов тепла, облачно. Ветер мешал забросу, образовывая дугу. Щука вела себя пассивно. Лучше всего проявила себя копия воблета Orbit 110 SP фирмы Bear King кислотного цвета. Твичинг, 2 удара и длинная пауза. Результат 3 хвоста и несколько нереализованных поклевок. Снимать видео было еще тяжелее. Мерзли пальцы, и менять параметры камеры одной рукой и держать щуку другой было некомфортно. Но хорошие кадры были спойманы. Так что щуки озера Трофей, до новых встреч!